Необычные, слегка шокирующие любителей классического искусства картины. Работы художников из Старого Оскола, Воронежа, Тамбова, Липецка, Железногорска представлены на выставке современного искусства в Старооскольской арт-галерее «Блик». Железо, цемент, дерево, бумага, оргстекло, текстиль. Так автор видит сталинский ГОК, а это социальная сатира свободного художника. Абстракция на самом деле скрывает глубокий смысл. Через картину автор говорит о человечности и об одиночестве. Выставка «Чернозем как стратегия» – это попытка объединить разные практики современного искусства и найти новые взгляды художников на привычные вещи. Эта выставка будет интересна тем людям, которые открыты для всего нового, которые не боятся каких-то новых идей, каких-то новых взглядов на жизнь. Помимо какой-то художественной формы, выставленные объекты имеют еще концепцию, какую-то идею, они говорят о чем-то. Выставка «Чернозем как стратегия» проходит в рамках фестиваля современного искусства «Стандарт» – грантовая поддержка культурной платформы «Арт-окно». Осталось всего несколько дней. Экспозиция работает до 24 ноября. Галерея «Блик» открыта с 11 до 17 часов каждый день, кроме понедельника.